Живем на Севастьяновском съезде. Это улица, получается, перпендикулярная этому дому. Вот, с утра выезжала из гаража на работу. Это было 10:02. Вот. И в момент закрытия ворот, у нас ворота с кнопки закрываются, закрытие ворот, что-то загудело, свекровь у меня голову наверх подняла, и жуткий такой, как вот, знаете, маленькие детские самолетики запускают. Вот. И буквально секунд через 10, через 15 взрыв, черный столб дыма. Но я почему-то подумала, что это детская площадка, у нас здесь детская площадка рядышком. Вот. Быстро открыла опять ворота, заехала домой, крикнула мужу. Вот. И когда уже буквально минут через 10 вышла, поглядела, дырка в доме. А что вы увидели? Видела самолетик серенький, на какой высоте не могу точно сказать, но мне почему-то показалось, что это было где-то, ну вот, метра два-полтора, может быть, вот так вот относительно в длину, ну и размах крыльев там тоже серого цвета, вот, вот что видела. И направление было непосредственно в сторону дома. К месту происшествия сразу съехались полицейские, пожарные, может быть? Ну, вы знаете, услышала я, наверное, первые сирены, может быть, минут через 10, через 15 после того, как все произошло. Первые секунды, естественно, набирала 112, невозможно было дозвониться. А вот. Ну, потом написала вам в блокнот. Вот. Ну, вот так. Ну, где-то, наверное, начал народ ходить непосредственно уже... официальные лица, скажем так, ну где-то через полчаса. Вы говорите, стекла повыбивало, да? Да, стекла на верхних этажах выбиты, непосредственно дырка в окне, но я так думаю, что 7-10 квартир точно. И у соседа крыша дымилась, частного дома. Спасибо.